так, чтобы он не хрустел. Так, чтобы он это не мог. Я не помню больше никого. Thank you.
Здравствуйте. Эй, Питер, привет! Смешно звучит, конечно. Мы группа The Sounds of the Betrayal. Мы приехали из Калининграда. Специально, чтобы пожечь его в вашем городе, потому что мы еще здесь не были. Замечательный город. В общем, меньше разговоров, больше дела. Сейчас будем играть трек под названием «Шесть итальянцев». Хуй знает, почему он так называется, но в общем он так и называется. Thank you.
Эй! Я смотрю, вы живы практически. Следующий трек называется Graduation. Просто Graduation, дальше там уже придумайте сами. Вот. Кто английский знает, тот, ну, поймет, короче. Хотя я нихера не знаю английский. Thank you.
Следующий трек называется... В английском языке нет такого слова, поэтому «lateless». Так... Хуй знает. А с запозданием, короче. Thank you.
Сейчас будет немножечко, чуть-чуть повеселее, чуть-чуть по-другому. Короче, трек называется Break Town. В общем, там Break и Town, ну все дела, короче. Thank you.
Следующий трек называется Midnight. Как раз актуально уже. Thank you.
Все слышали трек Daft Punk'а. Все равно, вопреки нашему второму гитаристу, сейчас будет Daft Punk. Хуй знает почему, но это так. Thank you.
осталось еще примерно 45 треков. Чуть-чуть осталось подождать. Вот. Следующий трек называется «9 мыслей». Thank you.
Я вижу, уже все хотят спать, но людей стало еще меньше. Самый крепкий держится просто до последнего. Следующий трек называется «To Taste». Thank you.
Спасибо, Питер, за поддержку. Это просто было великолепно. Вы просто лучше, лучше, чем в Калининграде. Осилите последний трек, хоть кто-нибудь тут осилит последний трек. Я понял.
спасибо всем, кто пришел, спасибо всем, кто ушел. В общем, все было круто, отлично отыграли, блин, спасибо большое.